Младшие школьники республики проверяли свои знания по национальным языкам. Интеллектуальные игры по чувашскому и татарскому проводятся в республике уже на протяжении 25 лет. Сначала приветствие, а потом и задание. И все на родном языке. В этом кабинете на чувашском, в этом на татарском. Республиканский этап 25-х интеллектуальных игр состоялся в прошедшие выходные. 103 юных языковеда доказывали, как важно не забывать родную речь. Мы в школе изучаем русский, татарский, математику. Но сегодня я пришла на олимпиаду по татарскому языку, потому что я очень хорошо знаю татарский язык. Я думаю, что эти олимпиады очень нужны для человека, потому что это проверка ума. Проверить интеллект, грамотность и общий кругозор. Задания в олимпиаде не сводятся только к тестам. Четвероклассник Владимир Андреев из Маргаушского района готов к любым олимпиадным испытаниям по чувашскому. Мне моя учительница давала листки на дом. Я каждый раз делал. И те задания, которые я не знаю, я спрашиваю у своей мамы. Каждый день читал пословицы, загадки. Очень много решал ребусов. Чувашский или татарский в школах республики сейчас дети изучают по выбору. И начинается программа как раз с младших классов. Именно с детского возраста, с начальной школы и с дошкольного периода начинается первое, закладываются первые азы взаимопонимания, межнационального взаимопонимания, толерантности. Всем участникам интеллектуальных игр вручат именной сертификат, а победители и призеры получат дипломы, которые дополнят портфолио школьников. Ирина Волкова, Юлия Адюкова, Валерий Резюков, Республика.